Мы неплохо справляемся, но отвоевать следующее ущелье будет сложнее. Два чародея защищают его с обеих сторон. Устрани их, я разберусь с линией обороны. И, блин, вот реально он говорит, я разберусь, значит, он и будет разбираться. Вот это осел, блин. Вообще армии нет никакой. Хоть бы какой-нибудь там подкрепление подождал, что ли. Из предыдущей-то вон этой ведь нормально. Он какой. Вот эпичности не хватает. Я думал, здесь мы будем с какой-то кучей армии, знаете, пробиваться. Тут какие-то классные замесы будут. А мы вдвоем с мужиком. Просто армии в Туата тут разносим вдвоем. Как по мне, ты на шаг ближе к искуплению. Нет грехов, которые невозможно простить, даже если это грехи смертных. Пошли. Туннель не очень длинный, но и люди слабые и не могут сражаться, а Морган очень смышленый. Да блин! Пошли, говорит, блин, да хоть поговорили бы еще, блин, пипец. Вот так раздражат. Вот так и знал, что надо сначала было поговорить, а потом типа уже. Это че, типа, мне до самого выхода их провожать? Вот это жесть! Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ну вот, и в прошлой серии мы уже прошли почти вглубь Алабастры, да, там по этой, по кишке начинал спускаться, вот, и здесь 7 заданий выполнили, вот, и у нас тут лагерь небольшой, Ариада, и он сказал, что нам что-то тут надо, каких-то стражей завалить, но... по пути мы зашли в пещеру, в общем, как обычно. Вот, и давайте сейчас ее и зачистим. Позырим, что там. Что там. Да давай, господи. Что там с ней не так? Я так понимаю, что нам потом по заданию может быть сюда опять. В общем, как все как обычно. Так. Так, есть. Пещера, по-моему, обычная. Давайте, наверное, знаете, как сделаем? Я, наверное, сейчас буду ускорять. Давайте так и сделаем. Я сейчас ускорю просто и все. Какой-то этот, какой-то сидит этот лучник. Сюда так редко заходят гости, а особенно смертные. Что взяло тебя так далеко от спящего света наружного мира? Желаешь научиться невидимости? Пещера темного света. В этих пещерах было темно и спокойно, я находил определенное успокоение в отсутствии света. А теперь тут слепят глаз эти несносные кристаллы. Тунтинценари. Я всегда сравнивался с окружающих и предпочитаю оставаться невидимой. Туата. Я не имею ничего общего с Туата, и они не имеют ничего общего со мной. Я не пряталась от них, просто они меня не нашли. А, я понял. Так и запишем. Так, там уже эта рожа, блин. Блин, тут столько шмоток упало, это просто пипец. Так, все, побежали дальше. В этой пещере, тут, в этой пещере, оказывается, там призмерских было дофигища этих кристаллов. Я просто офигел. Ну вот, и даже пришлось одно время там в самом конце вернуться. Вот, но, кстати говоря, хорошая тема, да, вот это вот, ускорение, вот вообще надо вот этим пользоваться, вообще, как по мне, классная тема, вот, потому что мы срезаем огромное количество, ух ты, зараза. Срезаем огромное количество ненужной беготни. Если, например, в этой, как его, в
пещере нет никакого задания, да, то есть просто мы зачищаем, то, в принципе, я, наверное, впредь также буду вырезать, потому что нет прям смысла. Вот, и все пещеры уже, потому что уже начинают надоедать вот эту вот беготня, вот, поэтому я думаю, что будем просто ускорять и на нужных моментах подключаться. Вот, я думаю, это будет правильно. Так, куда-то влево у нас, там какая-то это... закуток, там, видимо, что-то есть, да? Вот, и в этой пещере очень много... А, то есть сбоку можно обойти. В этой пещере очень много было призмерских кристаллов, просто обалдеть. Может быть, кстати говоря, оно везде уже давно так было. Я просто сейчас только внимание стал обращать, обалдеть. Обычные заклепки. Так, ну и вот, да, его, кстати говоря. А где этот? А вон, главарь, да? Ох ты, зараза. Все равно они какие-то самонаводящиеся. Кстати, это какой-то жрец Туата. Просто жрец Туата, типа. Я думаю, какой-то именной будет. Генерал какой-нибудь. Который там, типа, испепелят. Обычный мужик. Ну и все, и готов. Так, все, да? Так, что там у нас такое? Красотища-то началась. Ой, там какая-то... Драка там, подожди. Я тут все соберу. Все, идем помогать. Сейчас прийти там, этот сам завалит его. И все под мой заберят. Ну-ка, пошли вон. Он уж далеко, он отлетел-то. Сейчас завалите его. Это, видать, от яда подох. Братан, ты подожди. Далеко не уходи. Началось, но мы должны двигаться вперед, чтобы помешать Туата занять высоту. Впереди еще дозорные, их нужно устранить, прежде чем продвигаться дальше. Что я должен сделать? Мы неплохо справляемся, но отвоевать следующее ущелье будет сложнее. Два чародея защищают его с обеих сторон. Устрани их, я разберусь с линией обороны. И, блин, вот реально он говорит, я разберусь, значит, он и будет разбираться. Вот это осел, блин. Вообще армии нет никакой. Хоть бы какое-нибудь там подкрепление подождал, что ли. Из предыдущей-то вон этой ведь нормально. О, какой. 127, боже мой, вот это говно. Выглядит классно, но туфта-туфтой. Так, я так понимаю, нам надо вот, да, вот в эти ответвления. Пилить и просто там валить всех. Ой, подожди, это что такое? А, Гарт, я слегка здесь застрял. А эти... обман зрения, эти кристаллы растут? Все в порядке? Я лишь попал в небольшую переделку с местными жителями. Ничего такого, с чем бы я не справился. Честно говоря, я давненько не получал такого удовольствия. Нужна помощь? Ни в коем случае, этот старик еще может о себе позаботиться. Мне только нужно немного перевести дух, легкие уже не те. Я здесь слегка... Да я понял. Короче, что-то странное происходит. Чё тут Агард стоит? Типа, перед битвой какой-то можно, чтобы, типа, скинуть навыки, что ли? Что? Непонятно. Да ты, зараза, не успел. Вот это вот крутящиеся, конечно, клинки просто в хлам носят. Так, с этим разобрались. Снять 40%. Снять 40%. Ну, конечно. О! Ручка пламени. Вот это, кстати, вот может быть неплохо на наши новые. Серьезно? Так, у нас тут
Ни черта нет, да, под боком? Ну, пещеры есть. Ну, кстати, давайте, да. Давайте сейчас, наверное, тогда быстренько все продамся и вот и вернусь. Пипец тут, короче. Игра вылетела, и тут для вас секунда прошла, для меня минут 5, наверное, 10. Пришлось заново вот этих всех валить, в общем, пипец. Игра вылетела, а сохранение последнее хрен знает где было, в общем, пипец. Ну ладно, для вас, по крайней мере, хоть все быстро было, потом пойдет. Блин, обалдеть, столько времени прошло, жесть. Я там все продал опять, все разобрал и сундук еще подосвободил, все лишние книги продал. В общем, дофигище сделал, что? Потому что у нас теперь нормально должно быть. Так, сейчас этого завалим, чтобы не мешало. Тихо, тихо, тихо. Наш братан-то, смотри, месит только так. Ну, кстати, надо понаблюдать за ним. В лес. В лес его драку, ну ладно. Долго, 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 братан, слишком долго. Так, снять чары, давай. Этот придурок уже, походу, там дерется внизу, да, я так понимаю. Надо помогать и бежать к нему. Так, вроде как все, да. Давай, брат. А, не, нифига. Блин, далеко откинул. Сейчас будут стрелять по мне. Ты урод. Дай мне классно вас убить, а. Только этот самый. Зарядил. Так, этот бежит уже. Подожди, тут что-то где-то сундук. Так. Василек, углеглазки. Так, ну вот это надо забрать. Туата, окей. Ну давай, что ты мне скажешь? Ну вот я так и думал, то есть мы сейчас быстренько ее пройдем, эту гряду, да? Не то, что быстренько, но пройдем. Без особых таких пучка заданий. Ой-ой-ой. Там этого нашего друга надо месят. Подожди ты. Да как ты пролез через эти-то? Мои атаки-то, урод, блин. Вы задрали, дайте мне вас убить! Да ты урод, как же я вас ненавижу! Кому-то вы нужны-то, чертовы мобы. Дайте закрутить и все, просто завалить вас за один удар всех. Давай, помогу. Еле-еле, душа в теле. Здорово. Отлично, главный лагерь Туата впереди. Давай обсудим план атаки в укрытии. Туата охвачены безумием, заслуживают лишь смерти. Мы даруем ее им. Что нужно делать? Главный лагерь Туата впереди. Давай обсудим план атаки в укрытии. Да давай тут-то, в какое укрытие-то, тупица? Подожди, надо еще трепотню взять. Укрытие, блин, в каком-то. Так, где-то вот здесь. We the corpses in putrid bloom. We have decayed twilight. Вот этот козел, короче, в укрытии, да? В укрытии, говорит, обсудим. Забежал в логово Туата и в укрытии начал там что-то, короче, месить себе, я понял. План просто как швейцарские часы. Надежный просто пипец. Сейчас, говорит, обсудим в укрытии и в толпу Туата залетел. Вон там месяца, пипец. Блин, я думал, это наш братан. Чё ты его пропускаешь? Не дайте вот залутать вот этого. Спасибо большое.
О. Блин, ну этот... Не нужен нам. Давай, кретин. Бьют там тебя уже. Все, обсудим. Последний лагерь 2-то впереди. Не стану лукавить, что задание будет самоубийственным, но мы лишь зашли слишком далеко, чтобы повернуть назад. Осталось лишь прикончить до Сидина, и ущелье теней будет свободно от Уата. Что я должен сделать? Вперед! Мы разбили две линии обороны, на командный пункт еще впереди. Нужно разбить их, пока они не перегруппировались. Блин, такое ощущение, как будто, знаете, здесь... мы представляем не единицу, а, например, какую-то там... Не знаю, часть людей. То есть мы абстрактно отображение войск на карте. Нифига себе. Хрен сделаешь. Вообще, ну какая сволочь, так прям не могу. Здесь хотя бы вот когда они по разным этим нормально можно, а когда все вместе 5, так вообще невозможно нажать. Что мы отображение, то есть мы разобьем их, типа мы единицы, как флажок на карте, да, что здесь небольшое войско. А мы тут вдвоем просто всю армию альфаров разносим, вообще дичь. Да ты-то еще тут, господи! Пошел отсюда, а как этот-то придумал? А что, это туата что ли с ним дерется? Наш братан, я так понимаю, он бессмертный вообще. А, ты с ним, походу, вместе. Твоя жизнь принадлежит мне, да-да-да. Так, ну-ка, давай, иди сюда. На нас уж ладно, фиг с тобой. Ну, пока это вот месяц, так нормально. О, кстати, начал попробовать клинками его выйти. Фига себе, развернулся. У меня братан нет, его рядом. Хилил-то нас. Ну он разворачивается, урод. Киль меня давай. Не будем рисковать. Идет на пол хп от хилим, обалдеть. Так. Кто там еще вылезает? Ну давайте. Так, перепотня. Вот и кто? Кто таков? Отрава Гэтло превратила мою родину в бесплодную пустошь, и здесь становится только хуже. Как далеко мы до дома мести? Тебе предстоит довольно долгий путь через эти пустоши. Хорошо, что ты не помнишь, какими красивыми они были до Гэтфлоу. И не теряй рассудок, эти призмерские кристаллы живые, внутри них зреет что-то ужасное и голодное. Алабастр. Обескровленный край, некогда мирное пристанище Зимнего Двора, и теперь Гэтфло проник в его сердце и торчит там, как нарыв на теле. Моя родина не терпит такого унижения, мы должны вместе избавиться от Уата, даже если это будет означать конец для моего народа. Байл. Байл — ледяное сердце моего народа, с мостами из камня и льда. Мне больно даже думать о том, во что превратили его приспешники Гэтфло. Вражеский очаг. Легенды гласят, что именно там бывшие враги впервые объединились, а мы, феи, так любим, когда легенды повторяются, верно?
Дом гордости. Дом гордости — наш яркий маяк. Сейчас его свет потускнел и мигает, но он все еще противостоит тьме, как в прежние времена. Дрен. Дрен — защитник дома гордости. Возможно, он и помогает Уатта, но он не служит им. Пес. До появления Гадфлоу он был забитым щенком среди эльфов, а теперь его страдания только добавляют ему сил. Я слышал, что у него целая конюшня троллей, но не знаю, они его домашние зверушки или партнеры по любовному теху. Боже мой. Как это ты так далеко забрался? Я на протяжении бесчисленных веков ходил по этой земле, и я знаю все тайные тропы. А нам-то ты не мог их подсказать? Тупица вонючий. Чего это-то бегает? Врач ходит, хочет что ли? Чего он бегает? Ты чё, придурок? В груди у него, короче... Чё это так? Какой-то мордустор? И тут тоже мордустор. Господи, куда он бежит? Давай, наверное, с ним пойдем. Я так понимаю, он какой-то в очередной лагерь должен прийти. Да дайте мне вас убить! Хорошо этот бестолочь бессмертный. Кстати, нам бы надо почаще пользоваться, слушайте, этой... как там её? Судьбой этой, да? Потому что она у нас набирается, мне кажется, норм. А мы за убийство вот с помощью этой тени получаем заряд там этот теней, да? Души эти или как их там? Вот они нам для крафта нужны. Я что-то сейчас вот... В паузу побежал крафтить. Смотрю, там везде, на каждое. Да ты прикалываешься. На каждую там эту банку нам нужна вот эта судьба чертова. То есть ее прям очень много надо. Так, что у нас впереди? У нас впереди хрен просышь, чего? Вот он просто бежит куда-то и все. Давай, наверное, в этот второй граф зайдем. Он просто что-то несется. Ну вот он, все, вот остановился. То есть, видимо, если мы идем, то и он идет. Значит, если мы не пойдем, то его, по идее, должен остановиться. Я так понимаю, что это какой-то огромный комплекс сейчас будет. Как нам... А, вот. Потому что здесь два выхода. Мордустор. Ну давай. О, призмерская пыль, вот это прям кайф. Вот это прям кайф. Болганный, самый изи. Ну, из этих, из здоровых. Типа троллей, йотунов. Этинов. Этины одни из самых таких мест. Ну, тролль, наверное... Да не то немножко, там совсем жопа. Вот именно этины, йотуны и вот эти вот самые болганы, самые слабые. Так, тут, наверное, кстати, давайте ускоряться тогда опять, да? Я так понимаю. Да, давайте, народ, там ускоряться. Чё-то. Блин, пипец, так. Так, все, пойдет. А у нас получается... А, смотри, как можно куда-то сюда спуститься. У нас получается эти Моргустор, везде можно выйти, но здесь... Смотрите, здесь еще один выход получается, да? То есть у нас их три. Сейчас я тогда... Давайте попробуем отсюда выйти. То есть вот сюда куда-то.
А у нас там еще есть? Ну, сюда мы еще зайдем. Мне вот интересно, вот это что такое? То есть где-то вот здесь. Есть. Так. Ага, во. Так, сейчас везде залезем, везде посмотрим. Так, что у нас там? 99, нормально. Так, я так это пока в общий, да, котел? Давайте сейчас тогда вот тут вот вылезем и вот это вот все зачистим сейчас. Так, ну, вроде как, сейчас тут будет у нас какой-то замес. Какой-то замес. Давайте, вон целая толпа их тут. Прям какой-то главарь, смотрите. Это, наверное, вот так надо сразу делать. Блин, вот ты, крыса вонючая, успел эти, а? Надо урода, блин, валить быстрее. Ну какая крыса, так не могу. Сдохни, просто сдохни, вонючий маг. Мешаешь, просто пипец. Ого. Быстренько проберемся к этому. Тоже завалим его, блин. Не мешал нам крутиться. Раскручиваться что-то. Так, все есть. О, кайф. Ха-ха-ха. Да это кайф. Блин, надо было, слушайте, опять судьбу, я про судьбу забываю вечно. Чтоб она у нас копилась. Там, мне кажется, уже 8 раз бы ее накопили заново. Вечно забываю. Ну, ладно, тут надо было против толпы уже. 1400. Да, он, кстати, почти уровень уже. Так, поговорить с Дрессусом с этим. Так, надо сначала поговорить с сундуками со всеми тут. Так, что у нас? 109 нормально пойдет. Так, он, наверное, уже сейчас сюда чешет, да? Да, чешет. Так, давайте подождем, посмотрим, что он нам скажет. Я так понимаю, дальше вот тут еще небольшая территория будет. Но мы уже прям вообще очень близко. Единственное, здесь эпичности не хватает. Вот мы проходим просто тупо вдвоем. Это последний. Мы заплатили большую цену. О, на ущелье теней наши. Я разобью лагерь здесь до прибытия подкреплений. Сражаться вместе с тобой было честью. Может быть, это тебе поможет? Черный рыцарь Дессидин. Он убил бесчисленных альфаров, когда туата впервые прогнали нас за море, Дессидин возглавлял авангард. В тот день я потерял много друзей, и я не забыл того, кто их убил. Окей. Так, у нас уровень, замечательно. Вот эпичности не хватает. Я думал, здесь мы будем с какой-то кучей армии, знаете, пробиваться. Тут какие-то классные замесы будут. А мы вдвоем с мужиком. Просто армию в туата тут разносим вдвоем. Обалдеть. Так, обаяние, чтобы нам поменьше опять выбирать. У нас, по идее, обаяние сейчас все, да? Так, самое интересное. До этой нам надо 5. То есть, по идее, нам надо из магии. Но мы убрать из магии не можем, потому что у нас этот не будет работать, а стало. Поэтому ладно. Так, полностью сюда докидываем, чтобы у нас эти работали. Так, ну здесь все то же самое. Так, и теперь у нас вот эти вот вообще какие-то адские должны быть, да? 8, 40% к урону. А, ну то же самое, да? Смотрите. То есть получается 8 из 6 больше нельзя поднять. То есть здесь у нас 3 вложено, здесь 6. Но для того, чтобы вот это работало, нам в любом случае приходится вкладывать. Поэтому ладно. На следующем уровне мы уже посмотрим, что там за... как там я? Не кара. Ну, короче, вот это вот навык. Черт, блин, сейчас... Казнь, во, казнь. Ну вот, уже нам хватит на одну казнь. Посмотрим, сильно ли прирост будет с уроном, но если вот в кучу вот это вот кровотечение лупануть, то вообще прям здорово, мне кажется, будет. Так, трепотня, не последний. Так, ну и какая-то секретная дверь и светящийся зал. Какая-то секретка, да? Так, ну давайте тогда ускорять.
Так, тут какое-то задание, нифига себе, Эша. Чё, говорит, тебе нужно, нормально? Удивлена увидеть смертного так далеко на юге, особенно после того, что он творил ваш род. Доселе царил баланс, и все мы блаженствовали в колыбели великого круговорота, теперь остались только смерть и отчаяние. Барретт был прав насчет вас, ваша смертность заразна. Нифига себе, жесть. Барретт. Он был самым умным из нас, мудрец Сумеречного Перевала. Свои первые циклы он повел в качестве проводника в Доме Времен Года, учась слушая и доверять течению Великого Круговорота. Но после нападения я больше не видела Барретта. Опасаюсь за его жизнь. Если путь приведет тебя в Вентит, найди его ради меня. Великий Круговорот. Ничто больше не давало такой верности, такой слепой веры в дары этого мира. Ну а теперь, все мы в опасности, то ли с руки Гетлоу, то ли благодаря неуклюжим ручонкам вашего народа. Теперь мы, феи, исчезаем так же, как вы, без возможности возродиться. Наши голоса затихают во тьме благо бога Гетлоу, но мы больше не лето и зимы, теперь осень, опадающие листвы, только осень, опадающие листвы. Гетфлоу. Меня тошнит при мысли о том, насколько сколько несчастья и злобы он причинил моему народу. Однажды он будет сокрушен, возможно, и я, допуская это рукой простого дитя праха, такого как ты. Дом времен года. Это был один из трех летних домов. Они заботились о поминовении эльфов, о подготовке их к новому приходу в эти земли. Я не знаю, что с ними случилось сейчас. Как же быстро читаете, падлы. Сумеречный перевал. Туата контролирует всю территорию. Грустно думать, сколь многие из сокровищ нашей земли они уже похитили. Фу, щели теней. Темная и унылая местность севера отсюда. Что здесь, чего здесь опасаться? Уже давно пещеры Сумеречного перевала заполонили мурганы. Их королевы блокируют походы и плодят еще больше зверя, которое накинется на нас, если мы подойдем слишком близко. Только милостью богов мы до сих пор не попались им. Я помогу. Как по мне, ты на шаг ближе к искуплению. Нет грехов, которые невозможно простить, даже если это грехи смертных. Пошли. Туннель не очень длинный, но и люди слабые и не могут сражаться, а Морганы очень смышленые. Да блин! Пошли, говорит, блин, хоть поговорили бы еще, блин, пипец. Вот так раздражат. Вот так и знал, что надо сначала было поговорить, а потом типа уже... Это что, типа, мне до самого выхода их провожать? Вот это жесть! Вообще нормально, нет? Типа всех надо или что? Или выйти надо? Жесть, а че? Может, типа выйти надо? Я хрен его знает. Блин, тут бился за них. Вот она. От лица всех выживших Шмура я благодарю тебя, смертный. А теперь иди, твоя помощь нужна другим. Крыса ты вонючая, а? Блин, зачем? Зачем вот это падла сделала? Блин, их могли бы завалить, блин. Пипец, у нас там немножко неосмотренно осталось. Блин, пипец, мы вышли вообще где-то в жопе мира. Смотрите. Вот это вот, вот из этой пещеры, да? Собрать для регента для Мердока. В общем, я так понимаю, что вот тут, видимо, пройти нельзя, что ли, что-то типа такого. Ну ладно, хрен с ним, уже тут вышли, давайте тут осматриваться. В любом случае, мы сюда сейчас попали бы. У нас вот, вот эта вот проблема, просто пипец. Так, надо посмотреть, что вот это Алак просит. Ну, а, кстати, мы можем портальнуться? Да, можем портальнуться. Эшмур. И в Эшмур можем, ну, просто прекрасно. Так, давай, сейчас тогда обрежу, все, продамся опять. Так. Тебе следует поторопиться, много нужно сделать. Гаски и его бойцы готовятся к маршу, они знают про пещеры и не остановятся, пока мы не будем мертвы все до последнего. А еще нужно позаботиться о выживших Севентида. До меня не дошло ни единой весточки с той стороны похода. Еша, она придумала глупую затею. Ее нужно остановить, дел много. Узбагозя. Нормально все, просто узбагозя. Барри, последнее, что я слышал, это то, что он пытался изучить этих зверьков под названием... О, но я только не увидел, что не могу сказать, что с ним стало.
Падла, ты вонючая. Бывшая из Авентида. Они не предчувствовали грядущие перемены так, как я. Они не были предупреждены. Первые группы бойцов Гаска заняли перевал, разделив Эшмур и Авентид и предотвратив любой обмен информацией. Мы, жители Ашмура, отступили в эти пещеры, с тех пор неведомы судьбе Авентида. Там жило много достойных людей, Барретт, Нелл и даже Орда. Гаск. Приспешник Гэтфол, глава чародеев рыцарей в Кэд-Симире. Его поступки говорят за него. О нем мало что известно, но это и не важно. Хватает одних лишь его деяний. Задание Эши. Однажды она состояла в Доме Мести и всегда была на страже Эшмура, но она в одиночестве против легиона Гаска. Гаск Лиджинс. Эша опасается нападения и хочет вывести выживших через пещеру в безопасное место. Возможно, ты сможешь отговорить ее, она внизу готовит своих. Почему Гэтфул так поступил? Эшмур и Эвендит расположены по бокам от прохода, который является коридором между Байлом и внешним миром. Когда мы отказались сдаться и пропустить его, он решил просто прорваться силой. Я помогу тебе. Великолепно, твоя атака выиграет нам время, чтобы организовать отступление, но недооценивай Гаска, он не просто так считается одним из лучших бойцов Гэтфул. Его лагерь Гатсимир к северу отсюда, но вместе с ним тебе придется одолеть и чародеев-рыцаря, я верю в тебя. Где Гаск? Контролирует сумеречный перевал с плата наверху. Редко показываться, сам предпочитаю, чтобы все кровопролитие совершали его приспешники, что устраивает обоих. Да изи, мужик! Он еще со мной не встречался. Сейчас все разрулим. Так, нам надо вот эту вот часть бы. А что нам показывают? Где-то на севере. Давай на север пойдем, пес его знает. В общем, что-то непонятное. Так, что-то непонятно. Давайте вот сюда зайдем. Посмотрим, тут случайно не призмерские кристаллы. Надо поглядывать, чтобы призмерские кристаллы были. Ух ты. Тролль. Здорово, тролль. Ух ты, зараза. Блин, какой он же крепкий. Смотри, у него вообще хп не отбирается. Просто не отбираются. Кстати, я знаете, что вычитал? Что если у противника есть кровотечение, то физический урон по нему повышен. Так что вот 1800 вот этого льда, может быть вот из-за этого, что на нем целая гора кровотечений всяких. Крепкие, а? Наконец. Когда попадает вот этот в стан или что-то хрен просышь, да норм. Так, что-то опыта мы не получаем. 40-41. Такое ощущение, как будто опыта не получаем, да? Не показан был. Постоянный отток маны. Вот это вообще очень проблема. Вот такое ощущение, как будто тут секрет какая-то. Так, и возможно, кстати говоря, вот здесь прохода-то и нет. О, призмерский кристалл, нифига. Блин, вот эта призмерская пыль, ее реально надо высматривать. Потому что, возможно, действительно она везде тут. Она для крафта нужна. Без зелья опыта, по-моему, если я не ошибаюсь. Да 80% тупица. Не успеешь. Не заряжайся. Ой, у вас тут просто пипец. О, кстати, хорошая мысль. Давайте-ка. Давайте сразу используем. Мне кажется, сейчас быстренько набьем. Давай. Мелочь. Самые бесячие уроды. Как раз. Кай. Самое крутое еще добивание. Блин, смотрите, опыт не показывается. Это какой-то баг, мне кажется. Никто не думал, что мы, типа, 40-й уровень возьмем до этого. Ну, короче, до дополнения, да?
Вот и, наверное, здесь в дополнение-то он бы, наверное, показывался, а здесь нифига не показывается. Потому что, по идее, основная игра до 40-го. И здесь, видимо, не рассчитано, да? Вот, а дополнение уже 50 открывает, и там уже начинается. А, ну, кстати, вот, видимо, проход есть все-таки, нормально. Сейчас надо откроем и трепотню, и все. Так, тут нет. Шрам дерева, углеглазки, черный воронец. Дерево, окей. Так, тут сразу трепотня какая-то. 26. Изи. Надеюсь, здесь проход есть, чтобы он... Ой, это вылез. Где у меня полароид, я не понял. Где эта сволочь? А, почти убил. Все, ваша эта королева уже все почила с духом, так что не сопротивляемся. Кто она там у вас? Короче, выплевываю от вас, так, наверное, контю. Мать-одиночка. Ну-ка, давай. Очень надеюсь, что сейчас все соединится тут, и дальше у нас там покоится. С этим-то лоботрясом мы не поговорили. О, нифига тут пустота, да? Вот так. Вот так бы пробежать полностью до этой, до главной базы Гетфул. Вообще бы кайф был. Реально, вот как-то странно здесь, да? Это здесь должно быть там целое войско, тут огромное количество этих должно быть. Вот, не хватает вот этой эпичности, да? Здесь просто втроем тут что-то пытаемся сделать, блин, пипец. Он сейчас стрельнет ледяным своим этим говном. Вот, по идее здесь тысячные войска должны быть, знаете. Ну, хотя бы какие-то топы такие, знаете. Можно было бы как-нибудь сделать... Ух ты. Что такое? Маска, да? И нет, скорость атаки это какой-то этот, наверное. Жезл. Какой-нибудь типа с помощью заставки что-нибудь такое, что тут вот какой-то, не знаю, дракон там, какая-нибудь пушка пролетела и все войска типа смяло. Что-нибудь типа такого, может быть. Так, давай с Деструциусом с этим поговорим, он чё? Или он меня отправил поговорить как раз с этим лоботрясом, да? Да, он походу не тот самый, не алё. Так, нам надо, получается, обратно сюда пилить. Благо, мы можем просто портальнуться и... Он сказал, конечно, на севере где-то, но, я так понимаю, север это относительно его или не карты? То есть дальше, то есть на восток. На восток, я так понимаю, да? Так, место для прыжка, кстати говоря. Ну, мы здесь были. Здесь, получается, все, да? Не, ну, такое ощущение, как будто что-то пропустили здесь. Ладно. Мы вроде как посередине локации, по идее. Ну, там что-то не забрано. Дуб какой-то. Вот отсюда мы пришли. Вот отсюда, да? Шахта, светящаяся. И задание... А, во. Вот, ни хрена себе, на север горит. Просто тупо на восток идти. На севере. База у него на севере. Обалдеть. Вот, смотрите, вообще пустыня началась. Какие-то спрайты. Какого лешего тут вообще спрайтом делать? На территории этого Туата, который тут просто вырезали всех, да? У него тут какие-то войска, тут война идет, блин. Какие-то эти вылезают, блин. Тут, мне кажется, должны быть тысячи туата быть, чтобы охраняли этого Гетфолка. Особенно, когда их там прогнали оттуда. Да иди ты. С Клюрикона? Ой. Второй раз призвал. В общем, недоработочка такая нехреновенькая.
Где-то... А, вот. Беспощадные чакры. Так, камень зимы. Так, и у нас, я так понимаю, уже переход более-менее во вторую эту фазу, да, во вторую эту штуку. И там какие-то вот начинаются. Ладно, давайте, ребятушки, тогда на этом заканчивать. Вот, и в следующей серии уже продолжим, потому что... Вот я трепотюка, что я взял зря, блин, это пипец. Сейчас тут будут меня перебивать. Давайте дослушаем это бестолочь. Тирнох. Ой, да ты-то еще! Костян, разбирайся. Сейчас вся, наверное, там это... Шушера его присоединится. О, нет, 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 нет. Иди нахрен. Блин, задрай. Ладно, ребяшки, давайте все тогда на это. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего хорошего и всем пока. Ты уже вернулся, блин, пипец.